Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала и сообщить, что сегодня у нас с перерывом, надо сказать, к большому сожалению, но наконец-то вновь Григорий Тамар, рыцарь Иерусалима, офицер армии обороны Израиля. И, кроме всего прочего, сейчас мы, в общем-то, в каких-то похожих условиях находимся, потому что выбрали время между воздушными тревогами. Я знаю, что у вас тоже все становится более и более напряженно. Григорий, здравствуйте. Расскажите, как дела? Здравствуйте. Ну, вы знаете, я давно говорю, что наши страны на самом деле намного более похожи, чем может показаться на первый взгляд. У нас похожий темперамент у народов, и у нас похожая в каком-то смысле, может быть, история национальная, которая связана с тем, что и украинскому, и израильскому народу приходится постоянно с оружием в руках отстаивать свою независимость, жизнь, честь, достоинство и свой особый путь развития, который, в общем-то, каждое государство и народ имеют право декларировать. Как вы совершенно справедливо отметили, у нас в последнее время очень напряженная обстановка. Ну, это связано с тем, что вот 8 октября началась война, мы знаем, а 9 октября с территории Ливана и Сирии террористическая организация «Хизбалла» начала постоянные акты агрессии по отношению к нашему государству. Это не только ракетные обстрелы, кстати, не только обстрелы беспилотниками. Это и попытки многократные проникновения ДРГ различных на территорию нашего государства. Это было сопряжено с боевыми столкновениями, с погибшими с обеих сторон там, и так далее. На сегодняшний день на наших северных рубежах вот за 5 месяцев погибло более 20 человек уже. И я все время говорю, что если бы не мясорубка в Газе, то мы бы говорили только о севере. Несколько дней назад наш начальник генштаба официально заявил публично, что в силу того, что постоянное нанесение ударов с воздуха по инфраструктурам террора на территории Ливана и Сирии, то есть что такое инфраструктура террора? Это склады с боеприпасами, это заводы по производству оружия, это военные базы для тренировки террористов, это стартовые площадки ракет, это конвои, которые перевозили оружие, припасы и так далее. Так вот, Израиль систематически по этим целям наносил удары, но, к сожалению, достаточного эффекта это не имело. И тогда вот несколько дней назад наш начальник генштаба сказал, что мы приступаем к тактике ликвидации руководства высшего звена, как Хизбаллы, так и корпуса стражи Исламской революции, который находится на территории Ливана и Сирии. Немножечко отвлекусь, и мне вот на память приходит такой момент. Я с 2005 по 2009 год работал на канале RTVI телевизионном. И в рамках своей работы я пересекся с подполковником десантных войск, резервистом, который в 2006 году участвовал в вертолетном десанте знаменитом на реке Литани, когда Израиль в рамках Второй Ливанской войны осуществил самый большой в истории войн вертолетный десант. 5000 десантников было десантировано. Так вот, он сказал мне, что когда мы брали в плен офицеров Хизбаллы, то не было ни одного офицера вот, в его, так сказать, практике, который не являлся бы членом корпуса стражи Исламской революции. Если это не казус белли, то что такое тогда казус белли? Да? То есть я к чему это говорю? Что не надо думать, что мы вот сейчас вдруг вступим в войну с Ираном. Мы находимся в войне с Ираном уже около 20 лет. Это вот объективный факт, и просто эта война несколько отличается, например, от той войны, которую ведет сейчас Украина против российской агрессии. Войны бывают разные. Я просто очень подробно вот это описываю, чтобы у людей сложилась немножко картинка, как это у нас здесь происходит. Так вот, на территории Сирии, на территории Ливана находится многочисленная, так сказать, группировка иранских стражей Исламской революции, и Израиль заявил о том, что он вот будет охотиться за их руководителей. Через пару дней после этого заявления некоторые
воздушные, военно-воздушные силы, ну, предположительно Люксембурга или Лихтенштейна, нанесли огневое поражение по объекту, который находился, примыкал к посольству Ирана на территории Сирии. То есть это не была территория посольства, это важно подчеркнуть. Это здание, которое как бы примыкало к заводу посольства. И там находилась верхушка руководства экспедиционного корпуса «Ксиркс» на территории Сирии. И вот эта верхушка была ликвидирована. Там погибло более 10 офицеров высшего командного звена. Ни один дипломат иранский не пострадал, это надо подчеркнуть. И территория посольства не была задета. Кстати сказать, надо отметить, что произошло это вскоре, буквально после очередного обстрела нашей территории, а именно города Кирьят-Шмона, прямой наводкой с территории Ливана, предположительно российскими ракетами «Корнет», очень, кстати, высокоэффективными ракетами, в результате которого погиб один гражданин Израиля, молодой парень русской национальности, к несчастью, погиб вот в результате этого обстрела. Так что война у нас идет тут полным ходом. Ну и вот буквально вскоре после этих событий, которые я вам писал, уже на территории... На территории Сирии, опять же, была уничтожена военная база Ирана, которая работала в режиме особой секретности. Что на этой базе происходило, что там производили, или там какие войска дислоцировались, это не афишируется, но, тем не менее, база была уничтожена дотла. Смотрите, ведь в силу обстоятельств, которые произошли, то есть теракта в Крокусе, все очень подробно разбирали взаимоотношения между Путиным и его некоторыми прокси, которые, по сути, перечисленные вами организации, то есть сколько внедренцев у него, сколько десятков или сотен внедренцев в ИГИЛ, сколько таких же в Хезболле, сколько таких же в Хамасе. В Хамасе, вероятно, даже больше, чем в других. Но это, наверное, уже даже не сотни, а тысячи, которых за годы он умудрился как-то вот так внедрить и инфильтровать вот эти террористические организации для того, чтобы иметь какой-то способ влиять на них где-то напрямую, где-то деньгами, где-то интригой, как бы ни было. Просто я к чему это говорю? Сирия, где он удерживал режим своего коллеги, узурпатора Башара Асада, и сделал все, чтобы уничтожить оппозицию самыми зверскими способами. Все то, что мы видим сейчас в Украине, он все это делал в Алеппо и в других городах. Возникли полчища, толпы беженцев, людей, у которых также были разрушены жизни и дома. И туда тоже были инфильтрированы какие-то путинские агенты, которые проникли вместе с беженцами в Европу. Сейчас поговаривают, что и Соединенные Штаты тоже вместе с беженцами. Непонятно, кто проникает, и не путинский ли это инфильтрат. Я это все к чему говорю? К тому, что нельзя сказать, где начинается Асад и кончается Путин, и наоборот. То есть я это веду к тому, что у них очень много общих интересов финансовых. Добыча там... массы всего, начиная от фосфатных удобрений, заканчивая нефтью. Путин, очень щедро это все оплачивает Асаду, у которого в Москве на миллиард недвижимости, в одном только Москва-Сити целые этажи. То есть я хочу сказать сейчас, когда мы говорим о том, что удается уничтожить террористов, вы сказали про объекты, в том числе на территории Сирии. Просматривается ли за этим, как обычно, кремлевская кровавая рука, а некоторые из вот этих ячеек террористических являются, по сути, прокси Путина? Знаете, Маш, вот с вами невероятно интересно вести диалог, потому что у вас есть такая особенность прямо вот указывать, указкой в школе на доске, вот в самый корень проблемы. Вот вы сейчас сконцентрировали внимание наших зрителей на одном аспекте, я попытаюсь немножко шире его рассмотреть. Я только единственное, что хочу вас чуть-чуть поправить,
Как раз вот агентов влияния Путина в Хамасе меньше, чем в других организациях, из-за того, что Хамас обладает силой определенной специфики клановой системы построения организации, обладает, может быть, обладал, потому что на сегодняшний день две трети личного состава боевиков Хамаса физически уничтожены, примерно, если не больше. Вот. И поэтому внедрить туда агента влияния намного сложнее, чем в другую организацию. Однако, в чем вы правы, и вот это я хочу сказать, может быть, даже на уровне определенной сенсации, потому что я не помню, чтобы кто-то об этом говорил из израильских комментаторов. Дело в том, что мне известно наверняка и доподлинно, что у российских властей, у Путина, ну, в силу того, что традиционно, ну, то, что Организация освобождения Палестины — это вообще проект КГБ, не надо об этом, так сказать, дважды напоминать. Это исторический факт. Это проект, который был создан на Лубянке. Соответственно, у России с ООП особые отношения. Примаков там был, ну, сопредседателем фактически. А Примаков был учителем Путина. Значит, мерзавец был редкостный, и за него немало крови здесь было пролито. Хотя человек был очень умный. Так вот, на сегодняшний день на территории палестинской автономии есть очень много людей, которые являются носителями русского языка. Это те палестинцы, те арабы, которые учились в Советском Союзе еще в бытность, когда это государство существовало. Как вы понимаете, это люди, которым сейчас примерно 55-65 лет. Да? То есть по вот... шкале, так сказать, политической карьеры, эти люди вот находятся в самом таком вот пике потенции политической, да. И, как правило, если мы понимаем с вами, что они люди с академическим образованием, то это элита палестинского общества, это врачи, инженеры, фармакологи, и они, как правило, люди, имеющие активную политическую позицию, потому что там невозможно заниматься бизнесом, если ты не интегрирован в структуры ООП. Ну, понятно, да, это все равно, что ты не можешь в России заниматься бизнесом, если ты не в партии «Единая Россия», да, понятно. И вот у ФСБ есть конкретные оперативные планы, используя этих агентов влияния с одной стороны и используя ситуацию политического тупика здесь с другой стороны, попытаться внедриться сюда политически, именно в Иудею и Самарию, то есть вступить сюда вот этой вот российской пятой на уровне государственного присутствия. И причина конфликта между Нетаньяху и Путиным, который произошел несколько месяцев назад, знаменитая вот эта вот 50-минутная телефонная беседа, в результате которого Нетаньяху сорвался на крик, это произошло из-за того, что Нетаньяху предъявил Путину претензию, что стало известно, что у России есть план размещения военно-полевого госпиталя на территории сектора Газа. На что Нетаньяху сказал, что этого не будет никогда, потому что мы знаем, как вы размещаете госпиталя, ведь охранять этот госпиталь будет для начала полк воздушно-десантных войск. А там как пойдет? Нетаньяху тоже как бы не вчера родился, да, и человек очень опытный политический, что такое Россия, в принципе, он понимает хорошо. Так вот это вот желание утвердиться здесь пятой, то есть вот чтобы создать здесь реальное присутствие своих вооруженных сил, но России присуще, и это, ну, сегодня уже является фактическим фактом. Просто в Израиле некоторые, многие политики предпочитают закрывать на это глаза, пока это не происходит, ну, вот, на самом деле, и как-то эту проблему замалчивать. Вплоть до того, что я даже встречался с определенными людьми и предлагал вот некую программу по организации контрмер, чтобы такого не произошло. Вот я считаю, что эта угроза достаточно реальная, и против нее нужно действовать совершенно целенаправленно и профессионально. Теперь, я вот немножечко отвлекся сейчас, да, но возвращаясь вот к идее использования прокси и к тому, что вот путинские наймиты, значит, любой очаг нестабильности всегда пытаются расшатать в пользу России, в пользу российских спецслужб. И смотрите, что происходит. Даже вот методика работы. Вот Донецкая и Луганская области. Ведь что там происходило 10 лет назад? Это именно прокси московские там начали боевые действия против суверенной
украинской власти. Ведь они использовали свои прокси, да, они туда не послали регулярные строевые части. Они вот методикой гибридной войны пользовались. Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Я знаю лично российских офицеров, лично знаю, да, которые выходили в отпуска, допустим, в длительный отпуск. Человеку давали отпуск несколько месяцев. Да. Он в этот отпуск ехал на Донеччину или на Луганщину и там участвовал в боевых действиях, формально находясь в отпуске, а по сути находясь в командировке. И таких случаев я знаю десятки. Вот это называется формирование прокси. Это на самом деле терроризм в чистом виде, в чистом виде терроризм. Притом терроризм поставлен на государственную основу. Понимаете? Вот. Мне неизвестно, лично мне, но я не говорю, что этого не было, я говорю про свои знания. Да, вот, мне неизвестно, что куда посылали, конкретно перебрасывали с того или иного там, участка органично собранные боевые подразделения, но я знаю очень много примеров, когда вот такие случаи были, когда люди якобы уходили в отпуск, а по факту отправлялись на территорию суверенного государства заниматься там подрывной деятельностью, терроризмом и участвовать в боевых действиях для подрыва суверенитета сопредельного государства. Вот это то, что вот я знаю. Значит, поехали дальше. Те же самые методики использует и Иран. Те же самые методики. То есть Иран вместо того, чтобы, допустим, посылать свои войска и воевать с Израилем, они посылают деньги и оружие Хизбалле, этой шиитской террористической организации, которую уже обучают и подготавливают к боевым действиям офицеры корпуса стражи исламской революции. Но понимаете, в чем дело? Вот такие конфликты, они выходят из-под контроля постоянно. Они вот сейчас уже этот конфликт на севере, он уже не находится в той фазе, где когда-нибудь какая-нибудь из сторон может его контролировать. Ни Израиль, ни Хизбалла, ни Иран, ни США, ни Россия. Оно уже вышло из-под контроля. И вот знаете, что интересно? Вот представьте себе, вот что может, вот, что такое профессиональный провокатор и что такое, вот, когда человек пытается половить рыбку в мутной воде, как есть такое выражение, да? Вот мы здесь фактически висим все в этом регионе на грани широкомасштабной региональной войны. Вот не войны там Израиля против Хизбалла, а региональной войны, когда весь регион вспыхнет. Что делает при этом Россия? Она размещает десятки опорных пунктов на границе между Сирией и Израилем. Она посылает свои боевые вертолеты, которые баражируют на расстоянии нескольких десятков метров от нашей границы, и она размещает своих офицеров якобы для организации наблюдательных пунктов на территории сирийских и иранских военных баз на территории Сирии. Якобы для того, чтобы наблюдать. То есть, вы понимаете, мир сражался с ИГИЛ, то есть американцы возглавили коалицию, Соединенные Штаты, то есть вместе с французами, с Францией, с Великобританией. В это самое время Путин просто достаточно топорно и, в общем, достаточно откровенно просто поддерживал режим узурпатора Асада, уничтожая оппозицию, которой уже так надоела эта узурпация, то есть это же династийная узурпация, там уже папаша посидел сколько лет, десятилетий, теперь этот, значит, его наследник уже совокупно лет 50, поэтому понять сирийцев было можно, почему им надоело это все. Но пока мир сражался с ИГИЛ, где я, как уже сказала, сейчас не хочу туда возвращаться, потому что эту тему подробно разбирали в связи с терактом в Крокусе, по поводу того, каковы были взаимодействия у Путина с ИГИЛ. Просто хочу отметить, что напрямую Путин против ИГИЛ особо не воевал до тех пор, пока ИГИЛ в тыл не ударил, грубо говоря, сирийской уже оппозиции, когда он уже начал занимать лакомые какие-то месторождения, и у них случился, ну, где-то периодически случались конфликты чисто финансовые, то есть коммерческие. И вот в этом смысле, да, конечно, не было монолитно. Как вы и сказали, что не все можно контролировать, создавая этот хаос, желая его контролировать, иногда это невозможно становится. Но я просто к чему это все веду? К тому, что Путину было кровь из носу важно удержать у власти Асада,
Все остальное для него было деталью. Для того, чтобы сейчас, вот сейчас, рассматривать территорию Асада, то есть территорию Сирии, как плацдарм дальнейших своих маневров, для того, чтобы, как вы верно сказали, вот подчеркнули еще наследие Примакова, его любовь к терроризму, особенно арабскому, его эти бесконечные связи, его проекты, которые Путин, в общем-то, пытается продолжать. Вы знаете, я хочу вам сказать, тут поправка небольшая, ну, российская армия все-таки вела боевые действия против ИГИЛа, но идея была не в том, что они воевали против ИГИЛа, потому что ИГИЛ – террористическая организация. Как вы совершенно справедливо отметили, им было важно удержать власть Асада любой ценой, и они фактически там шла война всех против всех. И Россия воевала с ИГИЛом ровно так же, как она воевала там с другими какими-то группировками и с оппозицией, которую вы упомянули, сирийской. То есть она воевала там со всеми, совершенно не церемонясь и не выбирая методы. И мне так смешно, когда Лавров там обвиняет Израиль там, в военных преступлениях, что творили русские в Сирии с точки зрения использования авиации против населения. Я даже не хочу сейчас об этом говорить, но вот просто тратить время. Это настолько все там очевидно. Пусть наши зрители, кто хочет, зайдет в интернет, просто посмотрит кадры, фото и видеосъемки. Вот. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что Путин не осознал действительности. Вот один израильский военный историк и эксперт, по-моему, Фальков его фамилия, если не ошибаюсь, он делал сейчас репортаж на тему происходящего, и он провел очень хорошую параллель, она мне очень понравилась, что вот эта вот декларация Путина войны с коллективным Западом, а Украину он воспринимает как часть коллективного Запада, и попытки каких-то там реваншистских настроений, какие-то там построения теории о том, что Россию обидели, обделили, и вот эта вот вся попытка экспансии на Запад, параллель следующая. Вот что происходило между Византией и Персидской империей в начале VII века, когда обе дряхлеющие империи сцепились там в смертельной схватке, совершенно не обращая внимания на то, что где-то вот у них под носом зарождается великая сила новая, которая просто сметет сначала там Персидскую империю, а потом Византийскую. И если бы у них было полторы извилины у Путина и его вот этой вот шайки, если бы они имели минимальное образование, они бы понимали, что в действительности путь выживания России исторически – это построение стратегического союза с Западом. Конечно, не на правах полноправных партнеров. Нет, они не дотянули с Великобританией, с Соединенными Штатами, с Францией, с Германией до статуса полноправных партнеров. Однако можно было строить отношения на партнерской основе. И с Украиной надо было развивать отношения на партнерской основе, на основе добрососедства и встраиваться вот в эту западную модель, идя по пути демократизации, по пути слома монополии и так далее. Но это же говорит о том, что надо было поступиться собственной властью, бороться с коррупцией. Бороться самое главное, что невозможно было бы на пятый срок уже, ну никак баллотироваться, вот, понимаете? Да, бороться с коррупцией, то есть сами с собой должны быть побороться, да? При этом они не обращали внимания на то, что у них под носом зарождается вот эта вот сила, очень опасная и очень страшная, которую ковровыми бомбардировками не победить. Я говорю сейчас о радикальном исламе, и в данном случае ИГИЛ – это одно из его многочисленных проявлений. И Путин не понимает, что он для ИГИЛа такой же враг, вот точно такой же, как Израиль, как США, как Украина, как Иран, как Турция. Это не важно. Все, кто не ИГИЛ, для ИГИЛа смертельный враг. То есть это абсолютно лишённые рационально. Более того, талибы для них враг. Они недостаточно радикальны. Вы понимаете, что это за... И вот он вместо того, чтобы действительно... Ведь, смотрите, два десятилетия назад была очень такая активная фаза сотрудничества между российскими спецслужбами и спецслужбами Запада в отношении борьбы с реальным, а не придуманным исламским терроризмом. Но в России была все время вот эта вот идея подменить реальный исламский терроризм чеченским сепаратизмом для того, чтобы в глазах Запада оправдать свои
действия, которые были выражены в форме геноцида по отношению к чеченскому народу, оправдать эти действия и придать этим действиям форму борьбы с террором. И на самом деле, между прочим, путинская власть в этом отношении немало преуспела. На Западе это купили. Потому что тогда еще у него не было репутации главного людоеда и главного террориста номер один. А я вам скажу такую вещь. Вот в Израиле, допустим, воспринимали тогда Вторую Чеченскую войну. Ну да, смотрите, ведь там же вот действительно радикальный ислам, он в Чечне вот укоренит. И я вспоминаю сейчас пропагандистские вот эти вот сюжеты российского телевидения, российских этих военкоров, и я сравниваю с тем, что рассказывали про вас последние 10 лет те же самые наши вот с вами коллеги-журналисты, не к ночи будет сказано. Так я понимаю сейчас, что если в словах этих бравых ребят не было ни одного слова правды, значит, и по поводу Чечни они врали точно так же. Ну, конечно, можно же посмотреть записи в Ютьюбе, какие прекрасные интервью Джохара Дудаева. Сколько благородства, сколько мудрости в каждом слове. Я потрясен был этим, я был просто потрясен, когда я посмотрел его интервью с ним. И я вам скажу, а когда появлялся честный журналист, который правду транслировал, который проводил расследование, его убивали. И таких ни одного и ни два, таких убивали десятками. Их просто убивали. Раз уж мы говорим про историю, которая вот тех лет, то, наверное, здесь надо будет вспомнить, что Анну Политковскую, которая как раз расследовала многое из упомянутого вами, убили в день путинского рождения. То есть ему на день рождения его опричники такой подарок. Как назвать, даже не знаю. Ну а в другой его день рождения началась у нас война, произошла резня. Так вот, я хочу вот только эту мысль, с вашего позволения, завершить. Дело в том, что вот как не было ни одного слова правды сказано по отношению к Украине, так, видимо, не было ни одного слова сказано по отношению к Чечне. И я вам хочу сказать, что вы вспомнили вот интервью Джохара Дудаева. Это было потрясающее интервью. Это действительно был очень яркий, интересный человек. И он транслировал правду. И ничего так не боится диктатура, как правды. Вот правда, она для диктатуры убийственна, для любой. Теперь я, с вашего позволения, вот мы сейчас упомянули 7 октября, и я, как только случилось вот это вот трагическое начало войны у нас, я сказал о том, я посмотрел на карту, я сопоставил определенные данные, и я тогда заявил о том, что я считаю, что целью Хамаса была попытка захвата атомного реактора в Диморе. Вот несколько дней назад официально было заявлено по второму израильскому радиоканалу, так называемый Решет Бет, основной израильский радиоканал новостной, что по тем документам, которые наши спецслужбы нашли в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории сектора Газа, можно сейчас заявить на официальном уровне, что у Хамаса была задача боевая захватить три основных объекта в первые сутки войны. Это выйти в Тель-Авив и устроить там резню. Это дойти до Иерусалима и захватить здание парламента, Кнессета, для того, чтобы надругаться над государственными символами, и захвата атомного реактора в Диморе. Как оказалось, они искренне были уверены в своей победе и подготовили план о разделе захваченного Израиля на несколько кантонов. И была подготовлена программа полного уничтожения еврейского, и не только еврейского, кстати, населения Израиля, а вот после победы. Они были уверены, помимо всего прочего, что их поддержит Хизбалла на севере, они были уверены, что поддержит их население западного берега, там, где находится Организация освобождения Палестины, вот контролирует Иудею и Самарию. И когда мы начинаем более детально разбирать, а почему же у них была такая уверенность, дело в том, что у них прекрасно работала разведка, они знали, что войск на границе крайне мало, совершенно недостаточно для обеспечения безопасности. И когда они закладывали вот эти вот коэффициенты своей эффективности,
то они не рассчитывали на несколько моментов. Они не рассчитывали на отчаянное сопротивление отрядов самообороны. Они не рассчитывали на то, что помимо армии полиция будет сражаться как спецподразделение, погибая, но не покидая своего поста. Они не рассчитывали на то, что такое количество вооруженных граждан не будет разбегаться кто куда, а будет стихийно собираться в дружины народные и вставать насмерть перед вот этими боевиками. И также это трагическое стечение обстоятельств, жуткое, кошмарное. Это пресловутая вот эта вот вечеринка, концерт, который происходил в 7 километрах от границы. И когда они увидели вот эти вот сотни и сотни, тысячи вот этой вот молодежи беззащитной, они потеряли, так сказать, ну, все-таки не регулярная армия в прямом смысле этого слова. Там была утрачена дисциплина, и они ринулись резать вот эту вот молодежь, в результате чего сотни были убиты и угнаны в плен. Была перебита там незначительная охрана, которая находилась, и которая с оружием в руках вся погибла там, пытаясь защитить этих ребят. Вот такие вот у нас, так сказать, новости с наших краев. Теперь смотрите, заканчивается месяц Рамадан, и предупреждают, что вот именно вот по завершении Рамадана Иран может предпринять какие-то агрессивные шаги. Что вы думаете об этом? Значит, смотрите, с военной точки зрения у Ирана есть три инструмента, которые он может использовать для нанесения удара по Израилю. Это баллистические ракеты, это крылатые ракеты и это авиация. Авиацию, условно говоря, можно поделить на пилотируемую и беспилотную. У Ирана есть пилотируемые бомбардировщики, которые могут достичь пределов Израиля и отбомбиться. Более того, я склонен расценивать как верную информацию, которая поступает от некоторых экспертных сообществ, у Ирана на сегодняшний день уже есть три ядерные боеголовки. Однако давайте не будем забывать, что у нас достаточно эффективная и современная система ПВО, и вероятность проникновения такой легко уязвимой цели, как бомбардировщик, в наше воздушное пространство или даже в воздушное пространство там, государства Иордания, это крайне маловероятный сценарий. Скорее всего, этот самолет будет. Теперь, есть возможность использовать беспилотные летательные аппараты, прежде всего, с территории Сирии, что и происходит уже очень давно и понятно. Есть у них план посылки армады беспилотников из тысячи примерно летательных аппаратов единовременно для того, чтобы дестабилизировать нашу систему ПВО. И именно поэтому сейчас перебрасываются наши установки, которых у нас в целом не хватает, да, но у вас есть, конечно же. С наших южных рубежей перебрасываются установки противовоздушной обороны на север и в центр страны. Американцы предоставили нам недостающие нам боеприпасы для наших ракетных систем ПВО. Вот. И если мы говорим про использование баллистических или крылатых ракет, то также вот у нас есть достаточно эффективные методы противодействия этим видам угрозы. То есть вероятность, что им удастся, ну, принести нам существенный ущерб, она крайне небольшая. Значит, у них остается два инструмента воздействия на нас, которые, да, могут быть эффективны, болезненны, и нам приходится с этим считаться. Это активизация полномасштабная Хизбаллы как таковой, и это нанесение ударов по еврейским или израильским объектам за пределами. Такие действия уже Ираном предпринимались, например, на территории Аргентины в прошлом. Это привело к многочисленным жертвам. Что же касается Хизбаллы, то это, вот знаете, как история, когда у человека есть ружье с одним патроном. И вот он думает, ему все-таки использовать его, вот свой этот единственный ресурс воздействия или нет. Потому что в данном случае Хизбалла — это вот этот единственный патрон. Да, у нас могут быть многочисленные жертвы и разрушения, потому что Хизбалла имеет ракетный потенциал, превышающий потенциал РФ. Но вместе с тем у нас сегодня есть уже оперативные возможности нанести по Хизбалле, ну, сокрушительный удар, то есть не только с воздуха, но и введя туда сухопутные войска,
На сегодняшний день есть огромный опыт уже использования совершенно иначе, нежели в прошлом бронетанковых подразделений. Не случайно так ничтожны потери в бронетехнике у нас на территории сектора Газа, несмотря на то, что там просто тысячи ракет были выпущены по нашим танкам и бронетранспортерам. Вот. И мы за несколько дней можем оказаться на окраинах Бейрута. И это понимают, в общем, по Хизбалле. И понятно, что вот то, что произошло сейчас с Хамасом в Газе, вот такая же будет участь Хизбаллы. Они это понимают. Поэтому тут ситуация, когда с одной стороны ни одна из сторон, в общем-то, не хочет конфликта, а с другой стороны так складываются обстоятельства, что не остается выбора ни одной из сторон. Вот парадокс такой. Теперь смотрите, вот вы начали нашу программу сегодня с того, что многое роднит Украину и Израиль. Вы назвали целый ряд обстоятельств и исторически сложившихся, и сегодняшнего дня. И вот еще один момент. Смотрите, вот мы начали буквально совсем недавно самостоятельно принимать полностью, я бы так сказала, решения, которые не одобряются Соединенными Штатами, нет, неправильно говорю, Белым домом, Байденом и его окружением. Администрации президента, находящегося у власти. Вот так, давайте вот. Это будет самое, наверное, такое элегантное определение. Я хотела вот о чем поговорить. Мне кажется, что у Израиля тоже есть похожие сложности в понимании того, как стратегически и тактически действовать, как поражать врагов, которые напали, подчеркну, что Украина, что Израиль, это жертвы агрессии. Но почему-то именно к жертвам агрессии предъявляются претензии по поводу того, как и в каких объемах жертва может защищаться. Теперь скажите мне, пожалуйста, нет ли у вас ощущения, что помимо там, тяжелых каких-то переговорных процессов, которые, естественно, вынуждены втягиваться ваши должностные лица, там, руководство страны и так далее, помимо этого, нет ли у вас ощущения, что еще и волнения, которые возникают периодически на улицах Израиля, сейчас, мне кажется, не самый для этого подходящий момент, вот они тоже как-то инспирированы какими-то такими силами, которые хотят помешать качественно обороняться? Нет, вы знаете, я думаю, что там совершенно другие причины этих волнений. Вы знаете, вы такой сейчас всколыхнули пласт проблем. Я постараюсь сейчас вот ответить на все. Вы как-то так умеете, вот знаете, масштабно вот взяться за что-то. Я попытаюсь сейчас ни о чем не забыть. Вы по поводу жертв. Вот смотрите, как было замечательно, да, для западной пропаганды. Ведь там же тоже есть пропаганда, да? Вот напал Путин на Украину, ах, бедная Украина, бедные украинские беженцы, вот бомбит Путин украинские города, ах, какой плохой Путин, какие бедные украинцы. Все замечательно, да? И тут прошло 2 года, и Украина начала наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. И американцы такие: украинцы, подождите, вы чего? Это так нельзя, вы что? Вы как это вы можете так? Это же может привести к поднятию цен на нефть. Я когда это услышал, я говорю: слушайте, американцы, вы не пробовали с хуситами повоевать всерьез? Может, это больше как-то на цену на нефть повлияет, чем то, что Украина наконец-то начала делать, что она, в принципе, должна была бы делать с самого начала, если бы у нее были средства, или бы вы предоставили такие средства. То есть сразу уже Украина не жертва, а уже чуть ли не агрессор, что она посмела эффективно защищаться так, что у подлинного агрессора России из-за этого голова. Посмотрим теперь на Израиль. 7 октября все сказали: да, ну вот Израиль, да, вот геноцид, там напали, 1500 человек за один день убили, в том числе это, пленных угнали, заложники, все. А тут, когда Израиль начал перемалывать Хамас, тут у нас звучат такие, не так смешно, знаете, тоже вот, ну ладно, там президент Бразилии, малообразованный человек, сказал, что 12 миллионов детей мы убили в Газе. При населении 1,8 миллиона мы убили там 12 миллионов детей. Ну, человек считать не умеет, хорошо. Но путинские-то пропагандисты все-таки школу начальную закончили, там арифметики посещали уроки. Какие там 10 тысяч детей мы убили? Кого? Где там что? Чего? Кто считал? Кто откуда?
это типа на основании того, что Хамас заявил, вот оттуда как бы данные. Тут получается, что мы вот агрессоры, значит, да, потому что мы посмели защищаться. Я, кстати, хочу сказать, что, между прочим, вот мы политических целей не достигли еще в войне окончательно, но военных целей мы достигли. Хамас как террористическая организация уничтожена, как военная структура. Его не существует. Осталось 4 батальона, собранного из ошметков, и они сидят в этом Рафиахе, прикрывшись миллионом мирных жителей. Вот. Но давайте теперь немножечко вот под другим углом посмотрим. Вот когда стал вопрос о том, что Запад вам не хочет давать там помощи достаточно, боеприпасов, какая страна в Европе вдруг заявила, что она найдет для вас боеприпасы и найдет денежные средства? О, прекрасно. Великая, огромная империя Чехия, понимаете, вот у Америки, у Канады не нашлось, а вот у Чехии нашлось. А у нас тут, понимаете, идет война, нам Великобритания говорит или Канада говорит, мы вам больше не будем оружие продавать. И вдруг Чехия заявляет, чешский посол в Израиле заявляет, что в рамках традиционно дружественных отношений Чешской Республики по отношению к израильскому народу мы считаем, что настало самое время перенести посольство Чехии из Тель-Авива в Иерусалим. Браво. Вот интересное такое, знаете, и я вот что говорю уже все время, да, что у нас с вами одни и те же враги и одни и те же друзья. А теперь смотрите, как интересно получается. Вот сейчас нашим политикам бы включить вот пол извилины, не надо больше. И просто осознать простую вещь. Что вместе проще бороться с общими врагами, чем порознь, и объединиться в единый союз. И в такой союз, Евразийский оборонительный союз, могли бы войти все здоровые силы Европы, Евразии, которые основываются на принципах подлинной демократии, а не гнилого либерализма западного, и которые готовы отстаивать свои ценности, свой путь с оружием в руках. Это Израиль, Украина, Чехия, страны Балтии, Польша, Финляндия и так далее. И если бы эти страны объединились бы в некую политическую формацию, а их объединяет намного больше, чем кажется на первый взгляд, то это была бы новая несокрушимая сила, которая могла бы объединить технологии, опыт, материальные ресурсы, политические ресурсы, политическую волю, ставить общие задачи. Но сегодня, ну, идиоту непонятно, что как и в шестидневную войну корень наших проблем, он не в Египте и в Сирии, а в Москве, так и сегодня эта ситуация. И что Москва с Тегераном выступают против нас единым фронтом. Но уже размещают российских офицеров, чтобы живым щитом прикрыть иранские позиции. Ну что еще нужно, должно произойти, чтобы мы осознали реалии геополитические? И если бы мы объединили наши ресурсы, мы стали бы несокрушимой силой. Вы совершенно правильно, духоподъемно и очень фундаментально, знаете, так ясно и по полочкам просто все излагаете. Хочется только, знаете, встать вот в этот строй и пойти, куда вы наметили. У меня вот какой вопрос. Вы были в Киеве не так давно, у вас был прекрасный творческий вечер. И скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот такого рода встречи офлайн, может быть, они способны больше сдвинуть с места, нежели, в конце концов, YouTube? Вы знаете, я вам хочу сказать, я вообще всегда верил в общение офлайн. И, ну, по причине вот действительно начала войны я стал заниматься журналистской деятельностью именно через виртуальное пространство. Однако я считаю, что ничто не может заменить живое общение. Моя встреча в Киеве прошла прекрасно, меня очень хорошо принимали. Самое интересное, что по следам этой встречи возникли реальные вот какие-то проекты, переговоры с людьми по разным вопросам. И вот сейчас я этим занимаюсь в том числе. Я вам хочу сказать, что я вот планирую в конце мая оказаться в Германии. Я там буду в командировке.
И я подумал, вот, что, может быть, имеет смысл мне провести подобную встречу с подписчиками, встречу с гражданами, ну, в каком-то европейском городе, не знаю, там, вот, если бы кто-то взялся мне помочь организовать, потому что я не имею контактов в Европе достаточно, ну, таких глубоких, но это может быть Берлин, это может быть Варшава или какой-нибудь другой город Центральной Европы. Я с удовольствием бы встретился там в каком-то литературном кафе, в каком-то клубе с людьми, поговорил с ними, пообщался. В общем, если вот кто-то из наших зрителей имеет возможность реально помочь мне организовать, не на уровне советов, советов мне давать не надо, а на уровне реальных действий, то я был бы очень рад подобной помощи. Или Прага, тем более, что вы сказали очень много теплых слов в адрес прекрасной Чешской Республики. Да, или Прага, любой город, это может быть Прага, это может быть Будапешт, это может быть Варшава, это может быть Берлин, это может быть там, Мюнхен, любой город в Европе. Я с удовольствием бы туда приехал после завершения своей работы для того, чтобы встретиться с людьми. В Праге я, кстати, был единственный раз в 99-м году, подозреваю, что на сих пор немало изменилось. Вот, прекрасный город, один из самых красивых, что мне довелось посмотреть. Таким образом, смотрите, во-первых, я хочу предложить нашим зрителям, тем, кто еще этого не сделал, подписаться на ваш YouTube-канал. А во-вторых, я думаю, что мы пустим сегодня клич, и наши зрители, подписчики и гости канала с удовольствием подхватят эту идею. И если у наших подписчиков непосредственно нет таких возможностей, я уверена, что есть знакомые и друзья, которые могли бы помочь. Я очень прошу, дорогие подписчики и гости канала, я под этим видео оставлю координаты. Если у вас есть возможность помочь распространить добро, распространить благую весть, распространить прекрасную идею Григория о том, что нужно создавать несокрушимую силу, новый прекрасный альянс, который по-настоящему будет взаимодействовать для того, чтобы переломить хребет кровавой кремлевской гидре раз и навсегда. Вот я считаю, что нам нужно объединять усилия и будем надеяться, что наши подписчики придут к нам с предложениями. Спасибо вам большое. Вы, как всегда, очень четко формулируете задачу и вот как-то очень своевременно приходите мне на помощь уже не первый раз. Спасибо вам большое за это. И, как обычно, было бесконечно приятно с вами вот так побеседовать на такие важные, мне кажется, темы. Это очень взаимно, Григорий. Посмотрим, кто откликнется. Надеюсь, что много и быстро людей выскажут свои предложения. Агов, друзи, будь ласка, пишите ваши предложения, мы очень ждем. И я надеюсь, что следующая наша программа будет не так, знаете ли, не с таким большим промежутком, перерывом, как в этот раз. Мы должны с вами чаще встречаться, потому что идеи хорошие приходят в процессе разговора. С удовольствием. Спасибо вам большое. До новых встреч.